Здравствуйте, меня зовут Анастасия Куликова. Серединки и другие металлические детали я приклеиваю полимерным универсальным клеем. Продается он в таких бутылках, но пользоваться им очень неудобно. Поэтому я решила и вам советую перелить его в шприц. По мере того, как шприц заполняется клеем, может образоваться пузырь воздуха. Нужно постучать шприцом по столу, чтобы пузырь поднялся вверх. Снимите иглу и надавите на поршень. Воздух выйдет с небольшим количеством клея. После использования шприца с клеем закрывать его никак не нужно. Просто перед следующим применением снимите тоненькую пленку сухого клея. Напишите, чем вы приклеиваете металлические и другие детали к изделиям. Я привыкла пользоваться полимерным клеем, но знаю, что сейчас на рынке так много видов клея, может быть, вы посоветуете что-то лучше. Спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео. Пока-пока!